Евангелия. Потому и оказывается той удивительной книгой, в которой, с одной стороны, все написано того просто, что, кажется, подчас даже ребенку все понятно. И вот удивительное дело. Оказывается, в этих простых, подчас внешне простых словах скрывается то, что касается непосредственной самой глубины жизни каждого человека. По благословению митрополита Тверского-Кокашинского Саввы епархиальные отделы, отдел культуры и отдел социального служения и храм в честь иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» дерзнули еще раз пригласить Алексея Ильича и сделать вот такую хорошую, добрую встречу с этим человеком. Но ничего у нас с вами, мы прекрасно знаем и понимаем, не происходит просто так. Все происходит по молитвам предстателей и святых. Есть такой человек, а книжечки вы сегодня получили о нем, игумен Никон Воробьев. Это наш земляк, который жил в деревне Микшино, который родился в деревне Микшино. И вот я думаю, что по молитвам игумена Никона Воробьева мы сегодня с вами имеем радость встретиться с Алексеем Ильичем Осиповым. Алексей Ильич, просим вас. Алексей Ильич, вам слово. Спасибо. Добрый вечер. Кажется, тему нам объявили или написали, вот я точно не помню. Но в любом случае, кажется, она нам понятна. Что-то связано с Евангелием. Но Евангелие мы все читали. Я не знаю, что можно вообще нового сказать здесь. Читали, слыхали. Кажется, все понимали. Ну, почти все понимали. Кажется, ничего нового. И на самом деле мы вдруг находим такие слова, как «вечное Евангелие». Что значит «вечное»? Оно появилось всего 2000 лет тому назад, даже немножечко меньше. И как же это вечное? Знаете, есть такие истины, которые действительно имеют вечный характер. Хотя бы мы их открыли сейчас, только что сейчас, но они, оказывается, всегда были. Посмотрите, например, на законы физики. Говорят, законы Ньютона. Первый, второй, третий. Да разве это его законы? Ну что вы. Он только открыл, и больше ничего. И больше ничего. Зафиксировал, выразил в формулировках соответствующих, и мы их называем законами его именем. Так вот, в этом смысле, и когда мы говорим о вечном Евангелии, то говорим вовсе не о том, что это что-то такое, какое-то открытие, которое вот, ну, не было этого, и вдруг кто-то сделал. Нет. Евангелие вечное в другом смысле, что открывает те истины человеческой жизни, которые являются естественными для человека. Так же, как и естественно все законы физики, законы биологии, законы психологии, также и Евангелие, оно является в этом смысле тем естественным миром жизни, который открывает только не законы тела, не законы материи, а то, что для каждого человека, конечно, является превыше всего этого. Ведь учтите, ну что такое тело? Ну сегодня есть, завтра оно рассыпалось, как мы слышим, земля еси, и в землю отыдеши. И верно, где они предыдущие поколения? Поколения, где они? Все земля. Но в человеке есть то, что обладает возможностью, обладает вот этой способностью, что ли, вечной жизни. И вот знать законы этой вечной жизни, это, конечно, мы уже понимаем, это несравненно больше. Представьте себе, что-то нам дадут, какую драгоценность подержать одну минуту. Ну, пять минут.
Ну, на день дадут. Покрасуйтесь, вот вам драгоценный бриллиант. И потом забрали. И забрали. И что же? Кажется, какая была радость. И вдруг ее отняли. Говорят, что это жизнь – величайшая ценность. Да простите, разве можно назвать ценностью то, что отнимается? Это же обман тогда получается. Мне говорят, вот вам даем. И вдруг раз – и отнимают. Ну куда же это годится? Что за обман такой? А ведь сколько угодно мы только и слышим, жизнь человеческая – это величайшая ценность. Так простите, можно назвать ценностью мыльный пузырь, который, когда ребенок надувает, смотрите, какая красота, какое разноцветие. Все, раз – и лопнул. И это ценность? Это удивительное дело, но мудрецы всех времен и всех народов всегда говорили, что нельзя же назвать ценностью то, что сейчас есть, а через час его нет. Разве это ценность? Причем совершенно очевидный же закон человеческого существования, что действительно нет человека, которого жизнь не остановилась бы, не исчезла. Нет! И вот поэтому со всех, во все времена всегда умные люди, которые не скатывались до состояния чисто животного существования, всегда действительно думали о том, неужели ведь человек понимает, в отличие от всех животных, что его сущность жизни заключается не в том, чтобы только есть, пить и размножаться. Он же не животное, кажется. Он думает, зачем, почему, какой смысл. И вообще, смысл ли существования в том, что исчезнет? Есть такое одно из житий, знаете, то есть это жизнь по-славянски, житие называется. Житие одного мученика по имени Тивуртий. Это римский, это имя латинское. Тивурти – это в первые три века, когда были чрезвычайные гонения на христиан. И вот во время судебного разбирательства, когда Тивуртию были предъявлены обвинения, тяжелейшие обвинения. Какие же тяжелейшие обвинения? Что он христианин. Вот сейчас мы, знаете, слышим это, и даже можно улыбнуться. Ну что за обвинение, правда ли? Напрасно. Напрасно. Вспомните не так давние времена, которые мы сейчас вот отмечаем, столетие революции, да, наступила такая-то власть, когда как раз обвинения могли предъявить человеку и предъявляли, и миллионным, только потому, что он или священник, или монах, или вообще ученый, но, кажется, он говорит не в русле той политической идеологии, которая соответствует настоящему времени. И это обвинение было совершенно достаточным, чтобы обвиняли сколько погублено замечательных людей. И обвиняли только потому, что вот он, а что, знаете, что я хочу сказать, он. Однажды был суд в Древней Греции над человеком, не скажу, каким. И вы знаете, какой был вынесен приговор? А суд Древней Греции подчас были очень интересные суды. Это не то, что сейчас сидят один, два, три судьи. Нет, 500 человек. И они определяли судьбу. И вдруг решение. Да не будет никого лучшего нас. Вон его. И человека лишили воды и огня. Вы представьте себе, когда он не может ни пить, ни согреваться, это срочно бежит человек из пределов этого полиса города для того, чтобы не погибнуть. Да не будет лучшего среди нас. Какие суды? Так вот,
Видите, времена, хотя, кажется, и меняются, и кажется, и мы меняемся с ними, но на самом деле есть нечто, что остается совершенно неизменным. Человек по своей природе. Неизменным. Неизменным остается еще нечто, на что, вы знаете, приходится только удивляться, на что меньше всего обращают внимание, о чем просто не говорят. Вы нигде просто не найдете нигде. Это поразительно. В школах изучаем законы. Законы изучаем. Какие? Материальные. В психологии пытаются найти какие-то закономерности. Единственное, о чем нигде нет, нигде и речи нет, что есть еще духовные законы. Ибо в человеке, кроме тела, и, кстати, скажу, кроме души, есть еще дух. Это та высшая часть человеческой природы, которая выделяет его из всей совокупности всего живого, что мы знаем, с чем мы встречаемся на Земле. Существуют законы, оказывается, духовной жизни. Их-то и не знаем. Во всех религиях существуют заповеди. Верно. Какой характер они носят, все эти заповеди? Совершенно четкий. В каждой религии свое было понимание Бога, и отсюда понимание того, что хорошо, а что плохо. То есть, что такое хорошо, помните? Что такое плохо? Это об этом говорили заповеди. Это все понятно. Но законы – это нечто более глубокое, по которым живет жизнь человеческая. И вот эти-то законы как раз, они как обладающие действительно гораздо большей глубиной человеческой жизни, человеческого духа, нежели те простые вещи, очевидные для нас, в частности, и заповеди, так вот эти-то законы, оказывается, вне поля зрения. Причем, скажу вам, ну, как иногда говорят по секрету, что даже если вы откроете наши учебники, богословские учебники, я говорю учебники, откройте их, то вы там не найдете даже о них речи. А о заповедях, да, найдете. Конечно, о канонах, правилах найдете. Законах? А что это такое? Не найдете. Вот поразительная вещь. Это просто какая-то как тайна, которая оказывается за семью замками. Евангелие, потому и оказывается той удивительной книгой, в которой, с одной стороны, все написано того просто, что, кажется, подчас даже ребенку все понятно. Посмотрите учебнички для школы о православной там, вере или Библии для детей. До того все понятно. Кажется, и понятнее быть не может. И вот удивительное дело. Оказывается, в этих простых, подчас внешне простых словах скрывается то, что касается непосредственно самой глубины жизни каждого человека. Возьмите, я приведу пример хотя бы, потому что без примеров, конечно, это очень трудно усвоить себя. Так вот, возьмите Библию, открываем Библию, начинаем читать. Какой-нибудь интересный эпизод, очень интересный эпизод грехопадения человека. Очень интересный эпизод. Помните? Адам, Ева там подходит к древу, плоды которого было запрещено Богом есть, плоды древа познания добра и зла, но увлеклась словами змея, сорвала плод, и тут началось. Даже ребенку это понятно, что, ну, подошла тетенька,
Ева. Ну и сорвала. Сказали, что красивый плод и очень вкусный. Ей понравилось. Ну и сорвала. Но за это Бог наказал. Понятно? Ой, как понятно, кажется. Вот вам детский уровень. Вообще, я скажу, что чем интересно Священное Писание, что преподается очень многие великие истины в такой простой форме, которая кажется доступной младенцу. На самом деле, что там скрывается-то за этой кажущейся младенческой простотой? Боже мой, что скрывается в этом библейском, сюжете? Что скрывается-то за этой простотой? «Будете как боги», – говорит этот змий-искуситель. Как боги? Кто? Ну, ты, Ева, и Адам во множественном числе. «Будьте как боги, сорвите то, что запрещено». А теперь посмотрите, что происходит всю историю человечества. Вот мы все учимся, все учились, все кончаем, то, другое, третье. Посмотрите на самую суть научно-технического прогресса. В чем его суть? Какова цель? Цель-то какая? Как какая? Овладеть познанием всего, получить власть над окружающим миром, стать кем? Богами в этом мире. Богами! Многие, может быть, некоторые, которые еще помнят советское время, а я думаю, таких немало, наверное, помнят и публикации, когда открыто это писалось, открыто, а не как мы познаем законы природы, мы покорим, слышите, покорим природу, мы покорим космос, мы станем богами в этом мире. Вы знаете, читаешь, и невольно улыбка, думаешь, боже мой, это пишут люди, причем, которые, наверное, Библию никогда не читали, и вдруг повторяют слово в слово: «Будете как боги». Все развитие нашего научно-технического прогресса, к чему стремится, открыть силы природы, открыть законы природы, повелевать природой и стать кем же? Ну, тот, кто повелевает всем, тот и есть Бог. Это вот небольшой пример. Но с чем он связан, посмотрите. В Библии опять написано, и что стало с человеком? Что стало с ним? Кажется, был блаженным в раю. Все было ему, все, райская жизнь. Если хотите, ну, полное благо и познание. И вдруг кем стал? Потерял это все. Сама природа восстала на него. Сама природа. Звери, подчинявшиеся ему, оказывается, уже стали совсем в другое по отношению к нему отношение. Да и вообще наступили болезни, наступили смерть, наступили изгнания. Посмотрите теперь. Правда же развитие научно-техническое, насколько оно сильно, невероятно. Если бы сейчас воскресить человека 19 столетия, он бы просто не поверил. Я думаю, ну что вы, какие телефоны, какое-то радио, какое телевидение, какой-то интернет, вы что? Это же просто невероятные вещи. Какое строительство, какие сооружения, какие города, какая техника. А вы знаете, о чем говорят ученые? Говорят, уподобляют все развитие нашего этого научно-технического прогресса, уподобляют кому?
змею, вы слышите, даже я не говорю змее, змею, но какому? Который заглатывает свой хвост. И ученые говорят сейчас, мы стоим перед чем? Что будет со змеем, который заглатывает свой хвост? В конце концов, он подавится. Он же погибнет. Все ученые мира сейчас трубят. Что вы творите с природой? Что вы сделали? Если мы не остановим того развития научного и технического, которое сейчас имеет место, мы погибнем. Мы погибнем. Экологическая катастрофа. Смерть. Люди, что вы делаете? Пилите, как говорят, суп, на котором сами сидим. Об этом пишут ученые, причем пишут страшные даже вещи, пишут, что эта экологическая катастрофа никогда-нибудь уже постигнет. А учитывая ту скорость развития, с которой сейчас живет наша наука и техника, это уже может, как пишет один наш выдающийся ученый, пишет, это уже произойдет никогда-нибудь, а уже, как он, правда, осторожно пишет, но пишет прямо, возможно, в середине 21 века. Мы, к сожалению, почти ничего не знаем. Ученые шумят, ученые кричат, политики плюют на них. У них свои задачи политические. А то, что вы говорите, Земля погибнет, вы знаете, что вы там занимаетесь, не мешайте нам заниматься чем? Политикой, Господи Боже, экономикой и прочими вещами. Я привел простой пример. Пример библейский о том, какое простое изложение. Адам, Ева, рай, древо познания добра и зла. Что это за древо познания добра и зла? О чем опять говорит? Оказывается, как нужно быть осторожным в нашем познавательно-техническом развитии. Это познание разве не привело нас к ядерному оружию? Это познание разве не привело нас к такому развитию генетики, когда сейчас скоро человека переделают и превратят неизвестно во что, и вообще от него ничего не останется? Где нет разума, но какого? Какого? Вот тут-то мы стали. Где нет разума, о котором сейчас поговорим, там, оказывается, наше познание добра и зла, оказывается, приводит к смерти, которой, кстати, и было сказано в раю. Сказано предупреждение Адаму и Еве. Какое же предупреждение? Не вкушайте, не ешьте этих плодов. Смертью умрете. Ха-ха-ха-ха. Приходилось участвовать в научных конференциях, и когда вдруг заходил вопрос о том, что вы видите, куда движемся мы, что нужно пора поставить строжайшие нравственные ограничения в развитии науки. Вы знаете, поднимался шум. Наука не терпит ограничений, иначе она не будет наукой. И что же получается? Змей еще глубже продолжает заглатывать свой хвост. Итак, будет ограничение или не будет? Вот чисто вот такие внешние, кажется, примеры, они о чем говорят? Что то, что мы называем Священным Писанием, на самом деле это в самом простом, элементарном, кажется, изложении, в самом простом таит в себе глубокие вещи. Обратите внимание на Евангелие. Христос
ведь почти ничего прямо не говорит. Точнее, очень редко говорит прямо. Все притчи, притчи и притчи. Образ за образом. Так что ученики даже спрашивают, что же ты, рабби, то есть учитель, ну что же ты, почему ты народу все притчами говоришь-то? Он ответил, почему. Ответил. Многие вещи, даже скажи прямо, просто не принимаются. Но не только это. Не только. Главная причина совсем в другом. Главное в том, что люди в своей основной массе потеряли смысл, верный смысл человеческой жизни. Всю жизнь свели к чему? К исключительно вот к этому внешнему животному существованию. Все заботы, все внимание, все силы ума, все силы души, все силы воли, все силы тела, всего, все психические силы направлены на то, создать вот этот комфорт только внешне, вот этой жизни. Какой? Какой? Той, с которой тебе придется расстаться. Причем не просто расстаться. Человек, подумай, когда ты потеряешь рубль, ты очень страдаешь? Нисколько. А миллион? Ой! Иголку потеряешь очень? Нет, не очень. А весь комфорт? Ой! Представьте, Библия, Священное Писание говорит о глубочайшей поврежденности человеческого ума. Но теперь подумайте, насколько ж мы умны. Все силы тратим, все силы, не оставляя ничего, вот на создание условий только внешней жизни. И совершенно забываем, неужели человек – это только то существо, которое живет тем же, чем и живут все твари земные, животные. Неужели ничего большего нет? Евангелие вдруг говорит, ищите прежде всего Царство Божие и правды Его. Указывает на потрясающий закон, что, оказывается, настоящее приобретение, которое возможно только для человека, приобретение, которое имеет свою целью приобретение блага вечного, не только не исключает вот этого земного благополучия, а ограничивает получение его теми рамками, теми, которые только не будут мешать его вечному бытию. Христианство обращает взор человека кверху, к небу. Говорит о том, что человек существует не только из тела, которое рассыпается, а есть еще у него нечто, которое не имеет окончания в этой своей жизни и которое будет иметь вечное существование. Говорит, личность неуничтожима, и весь багаж нашего земного существования, говорю о багаже не как нематериальном, а весь багаж наших нравственных деяний, весь багаж нашего духовного внутреннего состояния души, вот оказывается, что станет достоянием человеческой личности. Нравственные деяния всем понятны. Не делай другому, говорит Евангелие, того, чего не хочешь себе.
не делай этого, если ты хочешь себе блага. Но Евангелие говорит еще о более серьезных даже вещах. Говорит о том, о чем были, как сказать, мысли, но никогда с такой силой никогда не звучали, так, как они прозвучали в Евангелии. Евангелие вдруг призывает к совершенно потрясающему, призывает человека. «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть». Вы знаете, что для всех религий это утверждение равно безумию. Ты – человек, и ты стать совершенным, как Он – что такое? Да и потом странно, Бог же есть Дух, и как ты можешь стать таким совершенным? Христианство говорит, кроме того, что мы называем нравственной жизнью, говорит еще о духовной жизни. Той духовной жизни, о которой так мало говорится и пишется. Где говорится и пишется, это действительно, это только у умнейших людей, вот не могу иначе я назвать этих людей, как действительно это умнейшие люди, это я вам скажу, великие подвижники церкви, подвижники, не просто богословы, не просто мученики, понимаете, это другая категория. Я говорю о подвижниках, которые всю свою жизнь направили на то, что мы называем духом человеческим. Что такое духовная жизнь? Это то, о чем очень хорошо написал Достоевский в одном из своих романов, по-моему, «Униженных и оскорбленных», словами одного героя, который произнес такие, я бы сказал, ну, тяжелые слова, может быть, даже страшные. Когда он сказал, а вы знаете, если бы только человек открыл, сказал, признался в том, что он никому из своих не скажет знакомых. Слышите? Скрыто. Что он не скажет никому из своих родных. Что он не скажет даже своим членам, может быть, семьи. И дальше, что он самому себе боится сказать даже о том, что внутри его. О, если бы только он это сказал, так на земле открылось бы такое зловоние, что и жизнь была бы невозможной. Это о чем же он говорит? Что это такое мы скрываем? Кстати, пользуясь случаем, чтобы сказать, Достоевский – удивительно христианнейший писатель. Я бы сказал даже так. В своем литературном творчестве он действительно выразил Евангелие в самой своей сути, с такой силой, в таких образах, в таких характеристиках, в таких словах, которые трудно найти где-либо. Это просто удивительно христианнейший писатель. И вот здесь это яркий пример, о чем он сказал. Ведь верно же, разве мы можем поделиться всеми своими мыслями и чувствами? Да и в себе мы оправдываем, если какие-то гадости в нас происходят. В самих себе даже. Да это так. Постараемся забыть, чтобы это и не помнить. И уж, конечно, никому не говорить. Это естественно. Сколько есть таких тайных вещей, не секретов, а тайных вещей скрытых, о которых действительно человек боится себе признаться. А почему? А потому,
что он видит себя хорошим, а там, оказывается, вдруг такие вещи происходят в душе человеческой. Часто задается вопрос, в чем суть Евангелия? Одна из этих сутей, одна из них, причем одна из важнейших этих сутей, заключается в том, что Евангелие обращает взор человека к тому внутреннему состоянию своей души, о которой, увы, не хотим часто мы думать и о котором не говорят. Пишут о нравственных всяких вещах, точнее, о безнравственных. Это сколько угодно. Это да. И не только пишут, но и пропагандируют всячески. Кто это делает, вопрос другой. А вот писать о том, что действительно об этих тайных, как в Евангелии написано у апостолов, в этих тайных вещах, скрытых в душе человеческой, об этом молчание. А ведь в этом-то и вся суть-то. Внутри человека лукавство, внутри его лицемерие, внутри его зависть, о которой ничего и не говорит даже никому, внутри его алчность. Христианство говорит, что вот эти-то вещи внутренние, они являются самым главным, что определяет личность человеческую, является самой важнейшей оценкой и призывает человека: обрати на это внимание. И если ты с этим это не захочешь увидеть в себе, если ты не будешь этого вскрывать, если ты не отвергнешь этого, не постараешься изо всей силы бороться с этими гадостями, ты никогда не сможешь стать действительно тем, о чем оно говорит и называет как образом Божиим. Образом Божиим. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. Вот Он. Вот Он. В чем заключается это совершенство? В чем заключается? Вы знаете, здесь христианство открыло такие, я бы сказал, две вещи, которые беспрецедентны. Две беспрецедентны совершенно. Первое. Христианство сказало, что Бог, о котором, кажется, говорят, подразумевают и пишут все религии мира, Бог есть не какая-то сила, тем более магическая сила, о которой больше всего интересуются и пишут все языческие религии. Это магическая сила. Найти только ключ к ней, чтобы ее использовать для своих целей. Это не магическая сила. Бог – это даже не просто Творец Вселенной. Бог – это даже не просто разум, который устроил, поразительным образом устроил эту Вселенную. Так что Пифагор даже воскликнул: космос, то есть красота, пораженный этим. Космос, греческое слово, то есть красота. Нет! Вы слышите? Нет! Бог не просто справедливость, которая наказывает нарушителей своей воли и награждает исполнителей. Нет! Подумайте, нет! Причем это как заявило «нет», мы просто внимания не обращаем. С такой силой заявило «нет», что действительно остается только сказать:
Христианство – это буквально еретическая религия, против всех религий, это антирелигия. А в чем дело? Что случилось? Так очень просто. Во всех религиях кто спасается? Кто исполняет заповеди Бога? Не правда ли? Не правда ли? Ну, конечно. Что мы видим? Кто первый в рай вошел, говорит Евангелие? Бандит. Вы что? Вы что, с ума сошли? Бандит? Первый в рай? Это что за религия? Какой ужас! Да, какой бандит? Христианство что открыло? Он что, имел возможность делать какие-то добрые дела? Он что-то сделал? Нет. Нет, он ничего не сделал. И вдруг христианство открывает, где же суть духовной жизни человека, которая возводит человека из грязи, возводит на небо. Где же оно? Мы достойные получили по своим делам. Господи, помяни меня во Царстве Твоем. Вот все, что Он сделал. Просто это. Интересно, вот так. Так бы какой-нибудь человек пришел бы, такой властный, и сказал бы, прошу вас сейчас встать, и кто считает, что его болезни, его неприятности, его семейные, его служебные всякие недоразумения, его скорби, что вы достойные по своим делам получаете, встаньте, пожалуйста. Ах, что ж никто не встает-то? Ах, все недостатки, вот как! Я такой хороший, а у меня, видите ли, что? Да это соседка виновата. Это он мне подставил ножку. Это они, негодяи, сделали. Это все сверху донизу, там эти все чиновники, Путины, патриархи, там архиереи есть в церкви, это чиновники, министры. Один я хороший и страдаю бедный. Кто скажет, что достойное по делам моим? Ой, как трудно найти, оказывается, человека. Оказывается, духовная жизнь и спасение это происходит, оказывается, где? Где ключ-то? Внутри человека. Даже не дела. Даже не поступки, а вот это человек. Ну-ка, ты, да, ты достойное получаешь, да? Что у тебя рак, например, да? Достойное по делам своим. Обращаешься ли ты к Богу как? Я там, Господи, никогда не буду. Ты только там, ты меня помяни. Нет, ну что вы, я хоть с краешку, но все-таки в Царстве Божьем буду. Я же православный же человек, ну что вы. Я же не какой-нибудь там атеист или безбожник. Ну что вы, Господи, с краешку мне ничего, но в райочке. Слышите, что сделал этот бандит-то? Какой он совершил поступок? О нравственности и речи нет. Слышите? Ну, при чем тут нравственность? О делах и речи нет. Внутренний акт, потрясающий внутренний акт, который совершился в нем. Кстати, в другом разбойнике ничего этого не было. Напротив, проклинал всех. В общем, вел себя так, в этом, вот левого разбойника я понимаю.
верно, я не виноват. Все вокруг меня виноваты. Вот, я не виноват. Спаси себя и нас. Вот так. Что открыло христианство? Две величайших истины, которых не знала ни одна религия. Открыло Евангелие, что первое, что, оказывается, Бог – это не справедливость, ибо по справедливости надо этих разбойников куда? И этого правого в преисподнюю. И он знал, что ему надо только в преисподнюю, и больше никуда он не попадет. Несправедливость Бога оказывается, а любовь. Мы настолько привыкли к этим вещам, что уже не придаем никакого значения. До чего мы привыкли? Ай-яй-яй! Ничего не сделал правый разбойник. И чего? И в рай, да? Где же правда? Недаром наши святые один за другим повторяли одно и то же. Если бы только Бог поступал с нами по справедливости, то мы, наверное, мгновение не могли бы просуществовать на этой земле. Потому что только и знаем мы, что делаем. Осуждаем, лжем, притворяемся, лукавим, завидуем, ненавидим и так далее. Хотя почти это все внутри нас. А нравственно все мы хорошие. То есть, ну, не совсем, конечно, хорошие, но все-таки ничего-то, все-таки. Вот, оказывается, беспрецедентная истина, которая была открыта Христом, открыта Евангелием. Слушайте, надо же понять, это такую радость Бог открыл людям, которой действительно они никогда не имели. Поймешь, почему на Пасху такое торжество? Что, Христос воскрес? Факт. Ну и что? Разве в этом дело, что ли, просто? Дело в другом. Мы увидели вот то торжество, которое открыто человеческому миру. Оказывается, Бог нас судит не по справедливости, и Он вообще не судит. Он, как солнце светит на злых и на добрых. Он, как дождь, который дождит на праведных и неправедных. Мы, оказывается, только можем или принимать это, или не принимать. Нет, я хороший. Она, они, оно, все. А я хороший, я это чувствую, я хороший. И ты, Господи, не хочу даже говорить. Бог есть любовь, который заповеди дал. Вовсе не как какие-то приказы, которые дает начальство на работе, и которые я должен исполнять, иначе меня накажут. Нет! Бог только предупреждает нас, не делайте вот то, что называется заповедями Божьими. Если не хотите, не хотите потерять все то благо, которое вам дается. Заповеди Божьи – это предупреждение. Предупреждение от тех несчастий, которые человек навлекает на себя сам, нарушая законы духовной жизни. Вот когда мы нарушаем законы на производстве, фирме, мы знаем, нарушили законы природы – вам экологический кризис. Все понятно. Все ясно. А вот здесь также оказывается, когда мы относимся к другому человеку не так, как сказано, люби ближнего твоего, как самого и себя. Как самого себя. Ты же себе не хочешь зла? Нет. Не делай другому зла.
и больше ничего. Не делай зла. Чем? Не обязательно делами. Не обязательно даже языком, а самими чувствами своими. Человек, ты хочешь себе добра? Не делай зла. Не желай зла. Не желай. Не поступай лукаво. Хочешь себе добра? Только и всего. Бог есть любовь. Вот что открыл, оказывается, Евангелие. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И здесь мы встречаемся с еще одним потрясающим положением Евангелия, которое совершенно меняет весь характер, если хотите, направление духовной жизни человека. Что за странность такая, что Бог не мог спасти человека своим всемогуществом, разве? Что это такое отдал Сына Своего? Зачем этот крест нужен? Зачем эти страдания? Вы знаете, апостол Павел так и написал: мы проповедуем Христа распятого иудеям, которые мечтали о всемирном господстве, иудеям – соблазн, эллинам, то есть, если хотите, другим народам, да, безумие, конечно, спасти может тот, кто обладает силой и властью, а тут не применена никакая сила, не показана никакая власть. А показано то, что действительно является, не вмещается ни в какие рамки нашей обычной, примитивной человеческой жизни. Чтобы спасти добровольно, унижается до предела. Потому что более позорной казни, чем крест, не существовало, да и не существует. Сейчас не будем касаться, это требует отдельного объяснения. Я просто хочу сказать, что христианство указывает на какую еще одну важнейшую сторону духовной жизни – смирение. Оказывается, Бог есть не только любовь, оказывается, Он есть и смирение. Представьте себе, царь – смирение. Кажется, тот, который мог бы сделать все, что угодно. Кстати, и что будет сделано, когда Антихрист придет, это будет полная тирания и господство. Так здесь смиряется до креста. И это указывает на то главное, что необходимо человеку для того, чтобы действительно соединиться с Богом. Бог есть любовь и смирение – это одно. Он есть в себе самом величайшее благо. Тот, кто хочет получить это величайшее благо, он должен также стремиться к этому же самому, приобрести эти два величайших свойства души человеческой – любовь и смирение. При этом отцы говорят, без смирения невозможна любовь. Истинная любовь только на почве смирения. Как она узнается? Каким образом? Кстати, прекрасная мысль. Когда человек говорит, что я люблю вот такого-то человека, от этого я терпеть не могу, первый признак, что у него никакой любви нет. Он любит здесь себя, а не того человека. Тот человек для него только является предметом, благодаря которому он получает удовольствие, как и правильно сказал один, переодетый эгоизм. Истинная любовь, как солнце, светит на всех ровно.
А там, где есть любовь к одному, а ненависть к другому, первый признак, первое доказательство, что вообще у него никакой любви нет. Что такое смирение? Смирение – это осознание того, вот о чем мы говорили, что в нашей душе происходит, и от чего нам избавиться бывает чрезвычайно трудно. Я никак не могу не осуждать, вы понимаете? Ну, никак. Никак не могу не завидовать. Вы представьте себе, хотя знаю, ну, нехорошо же так. Кому завидовать? Другу, лучшему другу. Его наградили, а меня нет. Вы представьте себе. Да я же знаю, что я лучше его. Ах, ну да, ну я не знаю, ну я про себя, конечно, я уверен. Уверен. Его наградили, а не меня. Вы представляете, какая скорбь? О, Боже мой! К нему больше внимания, чем ко мне. Но это вообще страдание. Да чего я болен, оказывается? Какой я больной человек! Ну что, ну хорошо, не завидуй. Не могу. Ах, не можешь, да? А что ты можешь, интересно? Ты же хороший. Хороший. Ты можешь не завидовать? Нет, не могу. Можешь не притворяться? Ну, нет, не могу. Можешь не обманывать? Ну, нет, не могу. Можешь не лукавить? Нет. Можешь не объедаться? Нет. Можешь не завидовать? Вожди, а что ж ты можешь? А что ж ты можешь? Вот это осознание, вот этот объективный взгляд на себя, он только отрезвляет меня. Вот что такое смирение. Видение того, что да, во мне эти вещи есть, я бы хотел не иметь этого, и, увы, не могу справиться. Вот же такое смирение, а не то, что нам карикатуру рисуют во всей этой совершенно глупой литературе, когда под смирением подразумевает какую-то пассивность, какую-то забитость, какое-то отрицание всякой деятельности, какую-то слабость. Такая чепуха это все. Нет, смирение – это объективное видение себя. И отсюда искреннее обращение к Христу, подобное тому, который сделал правый разбойник. Господи, действительно я достойный, получаю по своим делам все то, что со мной происходит, помяни меня. И тогда, если только, слышите, оказывается, только это осознать, в этом только покаяться, и тогда что? Сегодня же будешь со мною в раю. Вот, оказывается, какой путь спасения в христианстве, в отличие от всех религий. Внутри человека он совершается, и какое благо он приносит человеку, который ступает на этот путь. Какое благо? Все-таки мы же должны хоть немножечко, но поверить тому бесчисленному количеству свидетелей, которые прямо говорят, что тот человек, который стал на этот путь христианской жизни, получает то, что око не видело, ухо не слышало и на сердце человека не всходило, что уготовал Бог любящим его. Вот, оказывается, к чему призывает нас Евангелие Христово.